Всем привет, ребята! Мы сегодня играем... Так, опять в это же... Мэй Сити. Или ж... Не помню как, но... Смотрите, какой дом купил. Знаете, за сколько это? Это за 15 тысяч. Вот такой вот дом. Это мой дом. Я долго копил и наконец-то накопил. Я тут два цветка всего лишь посадил, и у меня все, тут полная грядка. Как, не грядка, а забыл как называется. Ну, где цветы растут. Все. Давайте сейчас вам покажу дом. Пошлите домой. Вот наш дом. Так. Мы только... Так, это вот кухня. Дальше у нас идет... это что, игровая? Только мне только что сейчас подарили почему-то вот такие. Раз, пол. Два, пол. Три, пол. Четыре, пол. И... обои тоже. Раз, два, три, четыре, пять. И даже побольше. Смотрите, давайте мы купим... Вот сюда зайдем. Вот у нас есть вот такой сюрприз. Тут у нас вот такие полы. Вот. Вот такие. Вот. Хотя у меня нет робаксов, вы видели. А кто мне их подарил? Когда я дарил своему другу... у него такого не было, у меня такое есть, почему-то. Мне дали, не знаю, почему, но почему-то дали. Все, перестаем болтать, и все. Это, угадайте, что? Спальня. Дальше у нас идет тут костюмы. А вот там я еще не придумал. Вот тут я положу пол, знаете, какой. Давайте из печенек. И давайте и мороженое. Тут я не знаю, что поставлю. О, давайте вот так. Как будто у нас тут сад. Только сад скамеек из цветов. Так, вот я кучу вещей оставил, потому что они все мне не нужны. Тут я покупал костюмов и... Ну, короче. Сейчас мы пойдем половим рыбу, а то ему надо купить банан. Сиденье банан. И мы ему подарим. Так, где у нас рыбка? Где у нас рыбка? Там. Пошлите туда. Так, достаем скейтборд. И где же он? Вот он. Поехали на скейтборде. Вау. Мы гоняем. Мяу. Так, и где у нас? А, вот. Сейчас мы половим рыбку. Ловись, рыбка большая. Чтобы нам куча денег. У меня один раз было по 40. А мне надо всего лишь сейчас 20. Дайте мне 20 хотя бы. Но лучше 30. Так, еще осталась одна монетка. И будет 20. Дайте мне. Дайте. Ух, все, пошлите сдавать. Все. Пошлите сдавать рыбку. А сдавать у нас рыбку... Надо вот в туннеле. Вот, сюда идем. Идем. И вот у нас тут дядя стоит. И мы ему отдаем денежки. Так, у нас полная. Ну давайте еще одну рыбку и все. Думаю, достаточно будет. Ловись. Двадцатка. А, нет. Шестерка. Ну и то хорошо. Нам надо... 250, а у нас
Ой, 550 надо. Эй, отдавайтесь деньги. Отдавайтесь. Почему-то не отдаются. А, все, отдались. Пошлите домой. Домой, домой, домой. Мы пошли домой. Сейчас ему отправим банан. Бананы ему отправим. Так. Пошлите. Ему купим банан. А он нам костюмы сделает. И он нам подарит этот костюм. Так, где у нас тут магазин? Где у нас тут костюмы? Вот. Так, подарить. Заходим. И нажимаем купить. Нам уже надо банан. А, костюм подарил. Не то, блин. Я не то сделал. А, у нас же есть цветы еще. Пойдемте цветы соберем. И вот у нас хватит денег. Если хватит, тогда я обрадуюсь. Тогда он мне должен 3 костюма. Потому что я ему телевизор купил за 1000. А, нет, даже 4 костюма. Ему надо мне отдать. 4 костюма. Но он умеет это делать. И у него как раз 6 костюмов он купил. Так. Пошлите, пошлите. Вот, заберем. Ну, скоро ли? Я хочу кучу монет. Дайте мне монетки. Вот еще монетка. А вот еще дайте нам монетки. Монетки, нам нужны монетки. Вот еще. Вот еще. И берем. Так, у нас осталась одна монетка, чтобы нам дали. Так. Что нам еще надо? Вот. А, нам надо купить ему. А покупать мы будем вот тут. Так, не забываем, ему надо банан. Так, где у нас банан? Вот он. Давайте ему подарим, вот он. Так. Подарить. Все, подарили. Сейчас он примет. Это кто? А, ладно. Пошлите к нему. Сейчас посмотрим, где он. Где он, где он, где он. Давайте телепортируемся к нему. А, вот он. Ждет пока. А, он костюм еще делает. Вон он, где его костюмы. Вот как раз его костюмы. У него куча. У него штук 50. Тут. Нифига себе, он за 10 минут 6 костюмов сделал. Но у него 51 костюм, потому что мы ему один подарили. Так, пусть он идет за мной, но почему-то не идет. Почему-то не идет. Пусть идет за мной. Так, пошлите посмотрим. Ой, а что у него такой дом стал? Вот ему подарок я подарил. Так, пошлите, пошли. А, вот мой дом. Он рядом. Так. А где же он? Так. Сейчас он еще один костюм купил. Когда? Я же сказал, мне купить. Мне купить. Дай мне. Дай мне. Алло. Дай мне костюм. Дай мне костюм. Это не твой. Я тебе подарил. Блин, а. Он же мне собирался 3 костюма купить. Почему он не покупает? Дайте мне 3 костюма. Бесплатно. А вам тоже 3 костюма бесплатно. Кто играет в эту же игру? Говорите. Пишите я. Я твой подписчик и все. А то я вас могу не увидеть. А вы можете пообщаться со мной, в друзья вот сюда зайти. И если вы хотите поболтать со мной, я с вами могу поболтать в Роблоксе. Если вы меня знаете, пишите, я твой подписчик. Я вас приглашу в друзья, тут выглядит такая штучка. И
вы нажмете зеленую штучку, чтоб вы были моими друзьями. Ну и все. Так. А он что? Давайте померяем у него костюмы. Так, а стойте. Я вам хотел объяснить одну штучку. Смотрите, я вот столько костюмов накачал. В следующей серии мы их всех посмотрим. Когда-то у меня было вот только вот столько костюмов. А сейчас вот еще больше. У меня только один костюм хватает, чтобы положить сюда. И все, больше нет. Вот самый мой любимый костюм. Где мой самый любимый костюм? Мой самый любимый костюм, вот он. Где он, где он, где он? Где же он? Ау. Вот это мой самый мне нравящий. Потому что тут вот такая картина мешает. И пингвин. Только я сам не знаю, как они сделали. Особенно вот это. Твикс. Они как-то это сделали. У меня еще таких куча костюмов. Вот есть костюм, вот не знаю, как его зовут, но есть такой. И вот такой тоже не знаю. Это что? Пишите в комментариях, это что за костюм? А то я не знаю. Это губка Боб. А как они вообще это делают? Вот это мой любимый костюм. Он вот такой. И еще где он? И еще вот такой любимый. Это хот-дог. Ням-ням-ням-ням. И еще последний любимый. Вот такой золотой. Могу вам показать. Вот такой. Я богач. Я богач. Я могу все купить. Только у меня я не богач, у меня мало денег. Потому что я на дом все покушать. Вот почему я так сделал. Так, мне нужно кофе. Сейчас он пойдет за мной и увидит подарок. И там будет. Эй! Иди за мной. Я пошел. Так. А вот, yes, он идет за мной. Так, сейчас мы его. Да, иди сюда, пожалуйста. Так, и где он? Ау, ты где? Ау, иди сюда. Подойди сюда. Сам пошел за мной. Иди. Ну, иди, пожалуйста, сюда. Вот, ну, распаковывай подарок. Ну, распаковывай. Все, открыл. Его там попасть. О, смотрите, как залезаю. Раз. Вот так вот. Никто так не может. Я тут кучу костюмов надел, и у меня дома, хотя их мало, а вот тут у меня их много. Очень. Вот я покрасил дом. Так, кто тут еще? Ну, так-то все у меня. Если что, я вот так-то у меня было. Потом я посмотрел, где у меня. Вот. Игровая вот так была у нас. А потом я посмотрел тут, и у меня эти почему-то. Но мне понравилось, что у меня вот такое. Я как будто за робаксы купил. Ну все. Ребята, мы на этом прощаемся. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки и всем пока-пока!